Здравствуйте, ребята. Вот распаковочка, которая у меня уже лежит как 2 дня, и только сейчас до меня дошло, что надо бы ее как-то отмонтажировать и выложить. Я заранее прошу меня простить за мой какой-то непонятный такой голос, но я хочу вам сказать то, что я записывал голос с утра, когда я был еще вообще только что проснувшийся, и голос был какой-то такой себе. Anyway. Я очень рад, что эти часы у меня есть. Спасибо одному человеку, что подбивал меня целый год на эту покупку. И я рад. Вот, ребята, от души. Смотрите. Спасибо. Ну что же, вот, наконец-таки, мои руки добрались до распаковки этого девайса. Давно я хотел купить его вообще, как бы, начиная с 2014 года, когда он был презентован. Но, так сказать, один человек меня подбил, ну, в течение года подбивал купить этот девайс, за что ему отдельное спасибо. Ну, погнали. Я, в принципе, не знаю, что вообще ожидать, но сейчас потянем эту штучечку, и это просто, это было круто. Вот, я не знаю, как это передать, но... Я, типа, Apple Watch никогда раньше не распаковывал, и, как я уже сказал, я не знаю, чего вообще ожидать. Но вот тут сами часики, и... это просто красиво, ребята. Я был просто в таком дичайшем кайфе, в восторге. Насколько я помню, раньше, типа, они, ну, когда были первые, ну, нулевая серия, они не были так упакованы, и они были упакованы, ну, то есть ремешок отдельно, и сами вот часы отдельно. Ну, ладно, посмотрим, что там внутри у нас. Внутри у нас... бумажек, макулатуры, ну, инструкция, как их надевать, как ими пользоваться, скорее всего. Ну, я там инструкцию чуть-чуть все-таки почитал, да. Ну, отложим ее тоже подальше. Потом у нас идут гарантийные талоны, ну, короче, всякая информация там о безопасности. Мы ее тоже отложим назад. Здесь как одевать их, ремешок поменьше, вот, и... зарядка, которая почему-то была очень странно упакована. Попробуем это как-нибудь сейчас снять. Вот ремешок снять довольно-таки просто получилось у меня. Вот. Я, в принципе, так и остался вот с этим большим ремешком, в котором они были упакованы. Я не стал ставить маленький, потому что мне, в принципе, нормально с этим большим. А вот зарядка была упакована очень странно, я первый раз такое вообще вижу. Ну вот, как-то оно вот так. Ну, я было очень легко снять, но такое. Но все равно прикольно. Да, тут ничего не скажешь. Максим, мой друг, который меня подбивал, у него кабель аж на 2 метра, у меня почему-то на 1. Ну, наверное, это ввиду для экономии, наверное. Да. Ну, посмотрим часики. Самый любимый ритуал снятия пленочки. Сейчас мы ее будем снимать. Опа! И вот они с нами, перед нами предстают во всем своем обличии. Блестящие, бликующие, просто замечательные часики. Еще вот тут пленочку сейчас снимем вот так вот. Оп, и все. Ну и вот они. Это очень круто, ребят. Я прям рад, что они у меня есть. Вот. Круто.